Около 300 военнослужащих вернулись домой после успешного выполнения специальных задач в Сирии. Мотострелковая бригада Южного военного округа, дислоцированная на территории Дагестана, была отправлена в командировку еще в начале лета. По возвращению батальон прошел карантинные мероприятия. Все прибывшие сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции. Сегодня батальон военной полиции мотострелковой бригады прибыл с выполнения специальных задач Сирийской Арабской Республики. Особо отличившиеся военнослужащие были награждены государственными и ведомственными наградами. Военнослужащие имеют достаточный опыт, справляются на высоком уровне с поставленными задачами. Как сообщает пресс-служба округа, военные выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей. Кроме того, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и охрану при проведении гуманитарных акций. Хотелось бы побыстрее добраться до дома, к семье, но сейчас пока у нас небольшая изоляция, самоизоляция. Находимся здесь, в связи с коронавирусом. We'll be right back.